Приветствую вас на моем канале, мои дорогие друзья! Я по вам очень-очень соскучилась. С вами Лилия Донскова. И в этом видео я вам покажу обзор моего первого заказа из каталога номер 9 от компании Oriflame. Заказ на 301 балл. Пришло 8 коробок, из которых 3 коробки – это подарки. И подарки я оставлю на десерт, напоследочек. Итак, приступим. Просмотр мне самой очень интересно, что пришло. Тут, конечно, как всегда, накладные, в которых фиксируется, что положили в заказ. Всегда нужно проверять заказы. Ну, вот нам привез курьер, поэтому я буду так вскрывать, как получится. Немножечко заклеенные. Ой, вы видите, что я их только-только прям открываю. Итак, что же у меня тут в заказе? Отлично! Как раз у меня закончился гель-тоник Novage, и вот у меня пришел новенький. Я его, кстати, взяла со скидкой 50%, и это очень выгодно. Можно классно экономить свои деньги, если быть все время в премьер-клубе, то есть быть участником премьер-клуба. Почему я полюбила этот тоник, гель-тоник, 2 в 1? После него кожа настолько чистенькая, гладенькая, и нет ощущения сухости. И самое прикольное, то что совместили 2 средства, очищение и тоник, в 1 флакон. Это экономит время, это действительно практично. И даже с любой точки зрения мне этот продукт очень нравится. Даже не знаю, что добавить, просто восторг, восторг и прям благодарность Oriflame за то, что классный продукт придумали. О, наконец-то пришел тот продукт, который я ждала в первом же заказе, как только он появился. Это серия новая для волос Hair X Climate Control. Я получила сразу шампунь и кондиционер, влюбилась в них, мне очень понравились по качеству, по аромату. Даже не качество продукции, а качество волос. Мне важно именно, как они выглядят после того, как я помыла голову. А сейчас я получила сыворотку Climate Control, и сейчас посмотрю, как ей пользоваться. Это защитная крем-сыворотка, наносите на сухие или влажные волосы, не смывать, не использовать в пищевых целях. Шутка. Попробую, даже запишу видео сразу, какой эффект, как волосы себя будут чувствовать, потому что сейчас на мне можно тестировать все. Шампуни, бальзамы, маски. Потому что если раньше у меня волосы были темного цвета, и они были шелковые, блестящие, такие толстые, упругие, то после того, как я вывела черный цвет, волосы стали кардинально другие. Они стали сухие, ломкие, они путаются, их невозможно расчесать. И поэтому сейчас очень много внимания приходится уделять волосам. И если продукт не очень хороший, то мои волосы сразу говорят «нон-нон-стоп». А если хороший продукт, то сразу понятно, что он хороший. Я вам сейчас расскажу прям маленькую историю. Поехала я в путешествие, меня не было 10 дней. И я с собой в дорогу взяла маленькие упаковки, медовые, шампунь и кондиционер. Моему восторгу не было предела. Я этот продукт пробовала давным-давно, еще когда была черненькая. И сейчас, когда я попробовала их заново, я обалдела. Вот действительно, насколько напитанные стали волосы. Такие гладкие, расчесались легко. А в путешествии я очень переживала, что мне будет проблематично справляться с волосами. Но все было супер, поэтому сейчас я прям рекомендую всем, как только вот будет со скидкой медовая серия, берите, особенно у кого сухие, ломкие, окрашенные волосы. Просто фантастика. Ну, а мы продолжаем рассматривать мой заказ. О, у меня в заказе, это подзаказ, зубная паста детская. Не пробовала, не знаю, отвезла племяшкам попробовать, посмотрим, что они скажут. Мыло, это тоже под заказ. Кстати, мыло неплохое, хотя вроде бы такая простенькая упаковка, сам кусочек простой, и пахнет обычно, ну какой-то цветочный аромат, ничего особенного. Но качество мыла очень крутое. И кто у меня заказывает это мыло, потом все время идет перезаказ. Тоже подарок, ну практически подарок по акции за 199 рублей, но я считаю, что это все равно подарок. Кошелек, давайте найдем, как его достать. Мой красавчик, вот такой кошелек. Кстати, модный цвет, обратите внимание, я даже платье
из Питера привезла себе новое платье, не удержалась, я шопоголик еще тот. И кошелечек прям, смотрите, как прикольно смотрится. В следующем каталоге получу клатч и буду его носить. Как устроен кошелек? Во-первых, очень красивая ажурная вот эта поверхность, а внутри все лаконично открывается, ничто не вывалится. По бокам идут вот эти складочки, которые фиксируют все, что лежит внутри кошелечка. Есть отсеки, удобные для всяких бумажечек, для карточек, для скидок. Вот тут вот по бокам есть отсеки. И для мелочи, чтобы она не рассыпалась, хороший такой большой отсек. То есть супер кошелек. Я кошельки не люблю носить, но может быть этот хотя бы я начну носить, потому что он мне действительно нравится, он такой приятный в руках. Поэтому если вы выполнили условия акции, обязательно выпишите для себе этот кошелек. Он правда классный. Так, смотрим дальше. Что в заказе? Это тоже под заказ. Дезодорант от Giordani Man. Заказала одна клиентка, наверное, своему сыну, любимому. Это тоже под заказ. Гель для душа. Серия Discovery. Кстати, сразу можно посмотреть, насколько густой концентрированный гель. Вот я вот так вот перекатываю. Видите, как он медленно идет. Вот я резко повернула. Резко. Оп. И он медленно-медленно поднимается. То есть это говорит о том, что он концентрированный, очень воздушная пена получается и вкусный аромат. Но здесь стоит пломбочка, поэтому я его открыть не могу, понюхать. Но я точно знаю, что аромат там хорошенький. Так, 4 крема для рук. Новинка, восстанавливающий крем с алоэ. 2 под заказ, 2 для себя. Один себе, один мамуле отвезу, подарю. И сразу хочу попробовать. Я обожаю кремы для рук, у меня одновременно открыто несколько, вот прям показываем, что он густой, то есть не капает, не льется, а такой густой крем, вкусный-вкусный аромат алоэ, мы его просто распределяем на руки. Я, кстати, когда мажу руки, я мажу вместе с локтями, то есть я вот всю вот эту вот зону открытую я все время смазываю, потому что кожа на локтях очень сильно подвержена тому, что она... как говорится, сейчас я сброшу, подождите секундочку. То, что здесь кожа растягивается, постоянно мы опираемся на стол, и это ну, очень выглядит некрасиво, поэтому максимально почаще нужно эту кожу смазывать. И я еще смягчающим средством мажу. Но все равно не забывайте. Ой, как он быстро впитался. Пахнет приятно. Нет никакой липкости, то есть классный крем, хороший. И вот сравниваю две руки, здесь прям сухость такая, не мазалась кремом сегодня. Мыла посуду, кремом не помазала. А здесь прям сразу разгладилась, хотя капелька была прям малюсенькая. Я думаю, вы уже все заценили этот крем. Я самый последний, наверное, заказ делаю, потому что меня не было в городе, и я решила сделать заказ по приезду. Это я заказала шампунь для нас, для нашей семьи, восстанавливающий шампунь для волос серии Hair X. Посмотрите, какой объем. Здесь 400 мл, а ценник у него в этом каталоге так же, как обычно, стоит шампунь 250 мл. Поэтому делайте запас, это очень выгодно, шампунь шикарный, хватает его надолго, волосы ласкает, восстанавливает. Я прям его обожаю. Так, здесь у меня под заказ коктейль и wellness мужской. Коктейль пьем сами постоянно, wellness пьем постоянно, но это вот заказала клиентка, срочно она уезжает, и ей нужно с собой взять в дорогу. Вот я ей отдам эту продукцию. И еще один кусочек такого же мыла. Помню, что 2 было в этом втором, тоже под заказ. И целая коробка каталогов. Я их не буду все доставать, но я вам скажу, что у нас получается, я делаю заказы на свой номер 150 баллов и на Мишин. У нас 2 раза премьер-клуб. И я забираю все каталоги, то есть 20 каталогов приходит по премьер-клубу и 2 подарочных. И я всегда эти каталоги раздаю, потом опять собираю, опять раздаю. То есть я это делаю постоянно, вот, ну, это не то, что прям специально, рейды какие-то, нет. Я, например, просто иду гулять, иду за продуктами, я с собой кладу в сумку несколько каталогов и раздаю всем, кого я встречаю. С кем знакомлюсь, продавцам в магазинах, кто вот у нас тут работает, ателье, у нас есть ремонт обуви. Я всем просто заношу
не делаю для этого каких-то специальных усилий, каких-то трудоемких, от которых бы мне там стало тошно. Нет, я это все делаю так вот, ну, быстро и легко. И, кстати, здесь пробничек. Сразу не заметила, он был под каталогами. А это, скорее всего, новинка. Да, это новинка. Новый будет аромат. Я взяла попробовать из каталога. Пробник надо всегда заказывать, потому что если вот вы даете людям пробники нюхать или свои ароматы, они у вас будут заказывать ароматы. Если не даете, как они будут заказывать? Ой, вкусненько как. Вот я, конечно, я фанатик разных ароматов. У меня вчера я была у своей подруги, у консультанта дома, и я уже этот каталог у нее посмотрела. Я не удержалась. Когда увидела эту обложку, то я просто остановиться не могла. И когда мы открыли вот здесь анкетку в начале, и я стала смотреть, чтобы опишите свой характер. И здесь написано А. Веселая, общительная. Б. Задумчивая, скромная. В. Яркая, целеустремленная. И Г. Там романтичная, мечтательная. Вы знаете, это все во мне есть. Я не смогла выбрать, потому что в разное время дня там или какие-то события происходят. И я такая, я могу быть задумчивой, совершенно скромной, а могу быть такой яркой, взрывной, шутить, травить анекдоты, да, прикалываться, и я тогда становлюсь какая-то, да, другая, веселая, общительная. Поэтому я не смогла описать себя, а Наташа мне сказала, поэтому у тебя столько много ароматов, потому что ты разная, и в разный день тебе нужен новый аромат. Поэтому, да, я с ней согласна. Так, здесь у нас целая коробка каталогов. Пускаю котику. Следующая коробка. Так, здесь тоже накладные. И беру следующую. Ох, большую коробку. Сейчас я распечатаю. Заранее не распечатали. Я не знаю, как я буду эту коробку распечатать. Надо звать на помощь Мишу. О, эту я смогла, а эту точно не смогу. Так, что у меня здесь? Тоже под заказ. Две коробки батончиков, представляете, заказали шоколадные и ягодные, а шоколадных нет на складе. Но вот взяли двое ягодных, потому что, ну, они эти очень вкусные, просто хочется иногда вкус поменять. На самом деле, наши батончики, они просто восхитительные. Кстати, посмотрела, в следующем каталоге будет акция, если две пачки батончиков брать, то они с большой скидкой. Обязательно возьму, потому что батончики я обожаю. Вау! Вот что я особенно ждала, это кальций. Это не просто кальций, да, это морской кальций и витамин D. То есть это комплекс. И я ждала эту новинку сразу, как только узнала, что у нас выходит такой продукт, я решила, что будем пить. И сегодня буквально смотрела вебинар, именно вот направленный на этот продукт, и поняла, насколько здорово, что мы с вами работаем, да, или просто можем пользоваться продукцией такой компании, которая не думает просто о деньгах, о заработках, а думает о людях и думает о том, как сделать нашу жизнь лучше. Потому что именно через продукцию мы можем становиться лучше, потому что мы есть то, что мы едим. Согласны? И вот на самом деле просто стали анализировать, вот что мы кушаем и где взять хорошие продукты. Стало просто страшно. Действительно, очень сложно сейчас в наше время купить качественный продукт, из которого наш организм может получить все необходимое для правильного строительства организма. И я благодарна Oriflame за wellness, за коктейли, за супы и теперь еще и кальций, который так необходим. И вот сразу две баночки в нашу семью начинаем пить. А позже скажу отзывы, какие у нас происходят изменения, улучшения. И надеюсь, вам это тоже будет полезно. Так, смотрим дальше, что в заказе. А, заказала еще один гель для умывания. Тоже для себя поставлю в запасик, потому что дочка пользуется. Это гель для умывания с чайным деревом. Новая серия. Мы ее просто оценили, просто на ура. Особенно маски. Вот первое, что я сделала, когда приехала из путешествия, я нанесла маску питательную с органическим овсом и ягодами Годжи. Боже, какая прелесть! Потому что в дорогу я с собой маску не брала. Но, тем не менее, все равно кожа выглядела хорошо за счет того, что я взяла в путешествие очищающий гель.
в таком желтенькой упаковке серии Optimus, и он оказался с отшелушивающими частичками, поэтому кожа все равно была чистенькая, но так хотелось напитать ее, и я сразу масочку толстым слоем, а она так жарит кожу, ну просто кайф. И вот очищение тоже кайфовое, просто прелесть. Так, еще одно средство заказала. Вот сейчас огромные скидки на все средства для ногтей. И это мое любимое укрепляющее покрытие. У него такой легкий сиреневый какой-то, сиренево-фиолетовый оттеночек. И вот реально мне помогает, ногти становятся лучше. У меня ногти, конечно, мое слабое место после родов. У меня как будто вот прям вот, ну все, с ногтями пошли проблемы. И периодами они становятся чуть лучше, чуть хуже. Но благодаря этим средствам я их поддерживаю в хорошем состоянии. Хотя сейчас их полностью отрезала, потому что учусь играть на гитаре. Вот. И ногти запрещены. Так, здесь у нас... А что здесь у нас? Кисточка! Это под заказ. Сейчас аккуратненько открою. Заказала клиентка, знаете, после чего? Она у меня брала, всегда берет тональную основу Giordani Gold. И как же ее открыть-то? И заказала кисточку нашу для тонального средства, обычную. И увидела у меня видео, как я наношу тональную основу вот такой плоской кистью. Вот она. И она говорит, я хочу. Я говорю, ну у тебя же есть кисть. Она говорит, хочу такую, мне так понравилось. Как ты ей так жжжжж наносишь тон. А я просто влюблена в такие кисти, потому что, я не знаю, ну именно настолько удобно носить тональную основу. Она так тонко распределяется. И где-то там можно вбить ее аккуратненько. Где-то у меня есть пигментные пятнышки. Я прям ей ту-ту-ту-ту-ту. Посмотрите мои видео, где я как раз вот пользуюсь такой кистью. И сами поймете, насколько это классно. И сейчас она со скидкой, эта кисть, поэтому я выписала. Кстати, она меня еще просила тональную основу, а я забыла посмотреть. Вау, ну ладно. Это тоже пилочка для клиентки, четырехсторонняя пилка для ногтей. Кстати, она мне очень нравится, но я не знаю, мне ее так надолго хватает, а вот клиентка у меня постоянно ее перезаказывает. Не знаю почему, то есть, ну, очень часто делает заказы. Кто-то пытается позвонить, надо выключить звук совсем на телефоне, чтобы он нас не отвлекал с вами. Вот, отключила. И... Вау! А в этом заказе для себя я взяла с 50% скидкой дневной крем из серии Novage Экологен. Как раз у меня тоже уже скоро закончится, думаю, надо крем этот постоянно держать в запасе, чтобы не ждать. Потому что мне так нравится эффект, какая кожа стала вот именно с новой серии Экологен. Ну, фантастика! Просто такое лицо сияющее. И по ощущениям даже кожа так в тонусе стала намного... крепче. Даже вот этот контур, овал, я все время трогаю, мне интересно, как оно на ощупь. И я чувствую, что кожа стала в тонусе, более такая подтянутая, упругая. А вы же знаете, что чем больше мы пользуемся серией, тем лучше эффект. Хотя у нее заявлен эффект с первого применения. И мы это тоже отмечаем, когда делаем мастер-классы. Так, что я еще заказала? Вот, мицеллярная водичка. Это я для дочки взяла, но мне очень любит мицеллярной водой пользоваться. Даже можно... Нет, не буду распечатывать, это ногти попорчу. Ну, это совсем ягодами годжи. И тут тоже еще один кошелечек, потому что два номера, два подарка. Кошелечек я подарю кому. Так, в этой коробке еще куча-куча каталогов. Огромная куча, 11 должно быть каталогов. И вот все они пойдут в добрые руки нашим клиентам. Так, как открыть эту коробку? Я не знаю. Миша, помоги мне, пожалуйста, открыть коробку. А я пока вам покажу, что я заказала из спецпредложения. Вот. Смотрите, я заказала два этих продукта. А, ножницы давайте. Спасибо. Так, у меня ножницы, я открою. Смотрите, я заказала два продукта и спецпредложения. Это комплект полотенчиков. И я уже девочкам отвечала в комментариях, что обязательно покажу, как они выглядят. Потому что я в таком восторге от этого продукта. Я хотела поменять полотенце, обновить Аврифейм. Раньше все время выходили... Часто были полотенчики, и у меня, в принципе, все полотенца от Oriflame. Но потом как-то они уже поизносились, и хочется обновления. И такой набор я получала в подарок по какой-то акции за спонсорские баллы, там, за рубль.
когда я его получила и открыла, как его распечатать, то сразу подумала, если они когда-нибудь будут в продаже, я их куплю за любые деньги. Вот, честное слово, настолько мне понравилось все, и расцветка, и качество, и размер. Ну, уже мы их откроем в новом доме, будем пользоваться, когда переедем. Надеюсь, мы уже скоро переедем. Я обновлю все, и еще бы я хотела такое постельное белье. Оно тоже было в акции. Так, открываем коробку. Как ее тут открыть? Тут все запечатано, так все красиво, в коробочке. Прям молодцы, супер, все сделано, так прикольно. Вот, смотрите, что в коробке. Так, открываем. Здесь упакованы полотенчики. Я вам сейчас покажу размер. Это маленькое считается полотенце, вот это, но оно совсем не маленькое, у него прям размер такой классный, если тут написано, я скажу, 50 на 70, но это точно не маленькое, то есть тут просто целиком можно вытереться. По качеству, с одной стороны, махрушечка, то есть вот махровая, и я сразу чувствую, когда полотенце будет хорошо впитывать, а когда не очень, а с этой стороны оно велюровое, и посмотрите, какая расцветка. Просто бомбическая. Я вот люблю такие оттенки. Они такие спокойные, приятные. В то же время глаз радует, что ну, они есть яркие пятна, вот эти в виде желтого, зеленого. Мне это очень нравится. А второе полотенце тоже маленькое. И третье. Второе не буду разворачивать, там такое. А третье это банное полотенце. Смотрите, это его ширина. Это его ширина. А это его длина. Сейчас скажу размер. 70 на 140. Представляете? Я его даже, наверное, развернуть не смогу. Целиком вам в кадр показать. Вот оно какое. Оно огромное. И оно прям такое уютное, супер. Вот я взяла нам такие, чтобы у всех был свой комплект. У Миши, у Веры и у меня. Вот, мы будем такие модняшки. Классно, правда? Поэтому, если у вас вы в премьер-клубе, то вам доступна тоже покупка через сайт. Вы можете тоже себе все приобрести. И полотенчики в том числе. Ну, а если вы не в премьер-клубе, то есть к чему стремиться. У меня уже тут такая гора коробок. Так, еще одна коробка. Посмотрим, что в ней. Такое что-то легкое. Это тоже заказ. Распечатаем. Хорошо, что Миша дал ножнички. Так, здесь что-то... А, здесь один продукт лежит, представляете? Целой коробки. Это еще один шампунь. Я взяла попробовать, я такой не брала. Увлажняющий шампунь для блеска волос. Я думаю, увлажняющий, прям то, что надо. Прям попробую сразу его, и, ну, или расскажу, или запишу видео, то есть поделюсь впечатлениями. Так, это все по заказу. Но заказ прям такой, прям, ох, классный, суперский. И сейчас покажу, какие подарки я получила. У нас тоже была акция для спонсоров. Надо было приглашать новичков. И если новички делали заказы, то все их баллы суммировались. И потом можно было баллы поменять на подарки. Я сейчас вам покажу, что я получила. Та-дам! Не буду распечатывать, потому что это блендер. Да, понятно, блендер. За 1 рубль. Ребят, все за 1 рубль. Представьте. Просто посмотрите на сайте, сколько это стоит. Как это приятно получить такие крутые подарки. Второй – это моя мечта. В принципе, я только из-за этого акцию хотела выполнить, вот так вам будет видно. Это электрогриль. Представляете, я все время мечтала такой продукт. Тоже откроем, скорее всего, уже в доме, потому что здесь нет места даже его расположить. Но очень хочется открыть, попробовать. Гриль овощи, курочку, рыбку сделать гриль. Ну, представляете, все, тоже за 1 рубль. И третий подарок, он самый большой. Сейчас попробую его тоже поднять. Ой, как это сделать? Опа! Та-дам! Это тефаль сушка для овощей. Видно, у вас есть картинка? Да, есть. Это сушка для овощей. Тоже за 1 рубль. Вот представьте, за 3 железных рубля я получила такие вот крутые подарки. Ну, к чему я это говорю? Не то, что я прям хвальбушка такая, хотя, конечно, мне приятно, потому что у меня такие крутые продукты, тем более все нужное. Я хочу вас мотивировать, что приглашать в Oriflame это не только полезно для людей, потому что они начинают экономить свои деньги, получать выгоды.
это приятный процесс делиться с людьми тем, что вам нравится самим. А еще это выгодно. У нас постоянно проходят какие-то акции от компании, когда спонсоры получают, ну, классные подарки. Так еще и деньги – это ваша зарплата. Если у вас команда растет, становится больше и больше людей, больше и больше покупок все делают, все балдеют, все кайфуют, вы получаете за это просто большее вознаграждение. Разве это не круто? Поэтому стремитесь научиться делать этот процесс приятным, легким и таким воздушным. И напоследок еще историю расскажу. Я была в поездке, и у меня жена моего брата сказала: «Я тоже хочу в Орифлейм». Я ей подарила каталог, и вот сегодня, буквально перед тем, как записать это видео, я ее зарегистрировала, мы сделали заказ на 150 баллов. Когда я написала сумму, сколько получилось, она говорит: «А почему так мало? Ты что, мне какую-то скидку сделала?» Я говорю: «Это не я, это Орифлейм тебе сделал скидку 20%. А еще будет куча подарков для новичка. Парфюм, шаг один, возможность выкупить клатч. А еще 10% кэшбэк вернется, а это около 1000 рублей». Вот честно, она так обалдела, и мне было так приятно, потому что, ну, мне ничего не стоило сделать такую вот приятную вещь для человека, тем более для близкого человека. Поэтому, ребят, девочки, мальчики, не стесняйтесь, рассказывайте про Орифлейм всем. Кто-то скажет: «Мне это не нужно», а кто-то скажет: «Вау, что, правда так можно? Очень хочу». И у вас будет большая дружная команда. А еще я хочу вам сказать, что я на этой неделе, буквально, наверное, завтра проведу прямой эфир, в котором расскажу, как летом собирать заказы, как организовывать ЛТО. Все говорят: «У меня все разъехались, все отдыхают, все на даче, кто на море, кто как». И что же делать? Терять выгоды? Нет. Я вас научу, как собирать заказы в любое время года, а тем более летом. Спасибо вам за внимание, за то, что были со мной. Если есть вопросы, задавайте в комментариях. Если вы хотите оформить дисконт и быть в моей команде, пишите, заполняйте анкетку под видео или пишите в комментариях, тоже всем отвечу. Я вас научу, с чего начинать, что и как делать. Если видео полезно, с вас лайк, подписывайтесь на канал и оставайтесь с нами. До новых встреч! С вами была Лилия Донскова. Пока-пока! GoPro Stop Video!